В минувшие выходные на столичный регион обрушился мощный снегопад. В ряде случаев высота снежного покрова составила порядка 70 сантиметров. В Одинцовском округе помощь коммунальщикам в борьбе со стихией оказали местные партийцы в рамках проекта «Городская среда» и акции «Добрые дела». По просьбам жителей механизированная бригада «Единой России» очистила въезды в деревню Салманово и автостоянку. А команда волонтеров помогла убрать снег на подходах к садику номер 12 в поселке Внеисок. В Одинцовском округе в выходные дни последствия снегопада ликвидировали более 400 единиц техники и около 700 человек.